Всем привет! Сегодня 16 февраля и с вами Камила Хакимуллина. Сейчас вы узнаете о событиях, которые сможете посетить сегодня вечером в Казани. Внимание к сюжетам! Вивальди Оркестр – коллектив единственный в своем роде на российской сцене. В его составе только представительницы прекрасного пола. И состав, и название оркестра были навеяны творчеством великого Антонио Вивальди. Не пропустите сегодня! Визит дамы. Трудно определить, где и когда происходит эта история. Эти события могли произойти где угодно. Главным действующими лицами спектакля становятся обычные люди, жители захолустного городка, который вот-вот должна посетить самая богатая женщина мира. И это только начало истории, которая раскроет все самые низкие качества людей. Думаю, вы уже нашли себе занятие на вечер пятницы. Но у меня для вас есть отличные новости. Это еще не все. Смотрите внимательно, вот что ждет вас в выходные. Вениамин Смехов в Казани. Я пришел к вам со стихами. Программа портретов 16 великих поэтов от Маяковского до Высоцкого. В эту субботу не пропустите. В эту субботу в Корстоне выступит группа Five Star Family. Многоэтажки наших энергий, стирая границы, аккумулируются в «Я буду». И вы не сможете такое пропустить. В воскресенье предлагаю вам увидеть спектакль про кота и про любовь. Образ кота в сапогах известен многим, но этот спектакль интересен тем, что сказка творится у вас на глазах, и вы будете чувствовать себя сотворцами, а еще он полон задора, музыки и, конечно же, веселья. Богатая на события выдалась неделя. Надеюсь, увидимся и на следующей, ведь благодаря нашей рубрике каждый найдет себе занятие по душе. Всего вам доброго и прекрасных выходных!